распознают преступников и выявляют агрессивно настроенных людей. Камеры с интеллектом появились на улицах Сургута. Их более 50. Они установлены в самых людных местах. Как работает нововведение? Подробнее в репортаже Светланы Круковской. Это теплые остановочные павильоны, их 14 у нас, которые просматриваем ежедневно. Имущество дорогое, каждая теплая остановка стоит миллион, поэтому следят внимательно за возможным вандализмом. Не раз павильоны разрисовывали аэрозольной краской, даже выбивали стекла. Вот это все сообщение управления внутренних дел. Но не всегда удавалось найти нарушителей, они скрывались под масками. Теперь в арсенале единой диспетчерской службы в Сургуте появились умные камеры. Они способны установить личность, даже если не видно лица. Выставляется распознавание лица и даже, ну, то есть глаза, участки носа, то есть, ну, оно распознает человека даже в маске. Во-первых, антивандальные позволяют их расположить на высоте порядка 4 метров, что позволяет более детально распознать лица, также происшествия, которые происходят на объектах. Смогут и предотвратить правонарушения. У камер в Сургуте появился интеллект. Они способны считывать агрессию людей по походке и нестандартному поведению. Сигнал об опасности прозвучит в ЕДДС и в полиции, если в руках у человека окажется оружие. Обозначать в режиме, звуковом режиме, да, и цветовом режиме, значит, те моменты, когда распознает либо гражданин, находящего в розыске, либо какое-то агрессивное поведение граждан. Это человек с ружьем, к примеру, да, лежачий человек, который сидячий человек долгое время. Автоматически программа срабатывает, значит, и обращает внимание оператора, что именно на ту или иную, значит, территорию обратить внимание. А еще они антивандальные. Для лучшего обзора их установили на 4-метровой высоте. Одинаково хорошо снимают и днем, и ночью, а также можно увеличивать изображение в 24 раза. Всего в Сургуте установлено более 400 камер с интеллектом 51. Они появились в 26 точках города. Остановках, в местах массового скопления людей и в закутках. Там, где вероятнее всего можно совершить преступление. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.